И вот я снова с Фишаем. Это круто. И снова я здесь у нас. С Дениской. Да. В парке. Сегодня спонтанно решили пойти потрениться, хотя они вообще не планировали. Ну как? Я вчера прилетел. Ну, были намеки вчера. Ну какие-то, да, намеки. Так, с завтрашнего дня просто погода говно вообще полная. 21 градус и дожди. По сути, хоть минус 30 пусть будет, без разницы, но вот то, что дожди, это фигня. Дождики. И поэтому решили сегодня использовать этот день, пока он хороший и нормальный. И с Фишами, конечно, прикольно, я по нему соскучился уже. Давай, Ся. Да. Давай что-нибудь воткни. Вот встал и сделал. Оба, вот он. Черепко стайл. Не знаю, попробуем. Не давай рекламу. Атемпт номер 2. Мы не даем имен. Так это он это движение делает. Крипов. Оба! Ты да. Флекс качество. Я закрутился. Я хотел просто. Да? Готово? Ух ты! Нифига себе! Ты даже не разогрелся, мамик. Вот так вот. Вот и все. Да. Саньковский этот. Achievement unlocked. Саньковский mission completed. Да, mission accomplished. Так, как вы видите по ситуации, мы с Денчиком пришли на море. Так, довольненько тут прохладно и даже не хочется купаться. Вчера я купался, вода была прохладная. И сейчас уже вечер. Не замерзнуть бы нам в Анталии. Заболеть. Да. А то вот это боится, что его продует тут. Ну да. Воздухом. И так, чуть-чуть потренились. Я боюсь, что я просто замерзну. Ага. Чем заболею. Чуть-чуть потренились легкую. Сейчас пойдем, если получится, на спирса попрыгаем. И все так круто, пока. Я испугался, она сейчас упадет. Не, я ее держал. Прикинь, даже не почувствовал. Я заржал, как гиена.